Учиться никогда не поздно. Именно с таким девизом на открытие компьютерного класса в библиотеку ДК «Медвежьих озер» пожаловала группа любознательных, которым немного за 60. Смаквин Виктор Андреевич – военный пенсионер 68 лет. С энтузиазмом принялся за обучение. Он уверен, в наше время необходимо уметь ориентироваться в виртуальном пространстве. Ведь благодаря этому можно значительно упростить себе жизнь. Через интернет сейчас можно сделать практически все. Оформить необходимые документы, получить паспорт или записаться к врачу. И не тратить при этом время в очереди. Здесь собралась основная масса людей не то, чтобы вообще не знали, не пользовались компьютером. Конечно, пользуются, конечно, что-то знают. Но хотелось бы немножко системы, понимаете? То есть, чтобы это было более или менее научно. Вот мы сюда пришли позаниматься. Есть, правда, за те, которые вообще компьютера не знают. А просто нужно знать, даже в больницу не записаться без этого дела теперь. И кроме того, ну, не такие мы же старые дряхлые, чтобы на самом деле не шагать ногу. Пытаемся, да где-то отстанем, догоним, ничего страшного. Всего администрация Щелковского района для занятий выделила 21 компьютер. Но это еще не предел. В районе выпущено уже 4 группы по 12 человек каждая. А за год состоялось открытие уже третьего компьютерного класса. В нашей родной библиотеке состоялось открытие класса обучения на компьютеров наших ветеранов, в основном сегодня вы пришли. Но вообще-то здесь будут обучаться все пожилые люди, которые пожелают. И я как глава благодарю, что вот нам оказала большую помощь в этой организации, ветеранская организация Московской области и Щелковского района, также администрация Щелковского муниципального района, которая выделила все компьютеры, Министерство соцзащиты, ну и, соответственно, большое спасибо колледжу, который предоставили нам преподаватель. Я сразу же хотел бы сказать слова благодарности, конечно же, руководству района за понимание важности этой темы и участие активное в подготовке и вот создании условий для учебного процесса. Старшее поколение будут учениками благодатными, они очень способные и, естественно, усвоят эти азы компьютерной грамотности, уверенно, отлично, чего сегодня мы им и пожелали. Ученикам напомнили, что важно не только научиться самому, но и рассказать о том, как пользоваться компьютером в случае необходимости своему окружению. Ведь чем больше людей старшего возраста будет это уметь, тем лучше. Мария Буржинская, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».